Всем привет! С вами Прия. Анторус не за горами, а в Анторусе мы будем лутать сет-бонусы. Очень классные, очень полезные для наших классов, усиливающие наши характеристики, наши способности, особенности и раскрывающие потенциал класса, как в танковании, так и в производстве отхила, скажем так, так и в нанесении урона. Но, как мы все прекрасно знаем, на BlizzCon 2017 года анонсировали новое дополнение Battle for Azeroth. Сокращенно БФА будем его называть. Итак, произошел такой анонс, что сетовых бонусов в новых рейдах в принципе не будет. А как дело обстояло во время выхода Легиона? Вышел Изумрудный Кошмар, первый рейд, в котором вообще не было сет-бонус кусков. А потом вышел промежуточный рейд «Испытание доблести», в нем тоже нет тиркусков, и потом только вышел «Цитадель ночи», вышла «Цитадель ночи», вышел «ЦН», называйте как хотите, в котором уже появились сетовые бонусы, которые раскрыли потенциал наших персонажей и усилили их характеристики. Эх, что говорят разработчики по поводу этого? Они говорят о том, что, видите ли, сет-бонусы, тировые кусочки, комплектные вещи, они занимают лишние слоты в нашей экипировке. И, видите ли, намного будет лучше в итоге одеть вещи высокого эквипа в эти слоты, чем одевать какие-то вещи, которые являются комплектными. На самом деле это весьма грустно, потому что в текущий момент мы ходим в рейды ради сетовых бонусов. Мы их получаем, мы их лутаем, там, через месяц, через два, окей, как бы, все хорошо, усиливаем своего персонажа. Это, пожалуй, это единственная причина, по которой стоит ходить в рейды. Сейчас же дело будет обстоять так, что нам нужно будет всего лишь ходить в мифические плюс подземелья, лутать оттуда шмот. Напоминаю, в новом дополнении также остаются подземелье с ключом, то есть эпохальные подземелья с ключом формата Mythic Plus. Мы также сможем с них фармить шмот, не знаю в каком объеме на самом деле, какого item левела будут эти вещи. То есть все это дело весьма странно. Ага, пора юзать свисток и портаться в расколотые поля. Ох, в общем, все печально на самом деле. Ну ладно, что ж, прощай рейды, привет Mythic Plus. На самом деле это весьма радостно скажется на тех людях, которые по каким-то причинам не попадают или не попадали в рейды. Они могут повысить свою актуальность и, так сказать, составить конкуренцию даже тем людям, которые рейдят. На самом деле. Жду ваших мнений, жду ваших комментариев насчет этого. Очень интересно узнать ваше мнение. Как говорится, одна голова хорошо, две головы лучше. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, голды вам побольше, не болейте, зима, морозы начались. А может, не начались. Я не знаю, когда вы будете смотреть этот видос на самом деле. Всех вам благ, берегите ноги, до скорого. Да.